В Аймиконском поселке Уснери свой профессиональный праздник отметили полицейские. О торжественном мероприятии рассказывает Светлана Поцелуева. Редко увидишь столько сотрудников в погонах в одном месте. Но сегодня все они герои. В их адрес звучат поздравления, для них, волнуясь, поют и танцуют дети. Папа работает в милиции, я очень им горжусь. Он работает всегда, но мы его все равно семьей очень любим. Свой профессиональный праздник сотрудники отделения МВД России по Аймиконскому району отмечают положительными результатами в профессиональной деятельности. По итогам 10 месяцев раскрываемость составляет более 82%. Также проделана большая работа по укомплектованию личного состава отделения. На сегодняшний день считаю, что коллектив... Отмечено увеличение раскрываемости тяжелых и особо тяжких преступлений, снижение количества преступлений против жизни и здоровья. Значительно уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Лучшим из лучших вручали грамоты, награды и ценные подарки. Ну, в этот день я, как никто, понимаю, как эта служба и опасна, и трудна, как говорится, да. И хотелось бы пожелать в этот день всем сотрудникам полиции крепкого здоровья, семейного благополучия, ну и успехов и удачи по служебной деятельности. Светлана Пцелуева, Артур Старостин, НВК Саха, Уснера.